В наше время каждого родителя беспокоит вопрос об эмоциональном здоровье своего ребенка. В Краевом психологическом центре Ставрополя можно не только узнать, как помочь детям в сложных жизненных ситуациях, но также в дальнейшем их предотвратить. Центр помогает детям адаптироваться в школе в любом возрасте, решая те или иные нарушения в развитии. Мы не сразу были такими большими. Нас было 10 человек, и на протяжении 17 лет у нас в зависимости от потребностей и от запросов общества создавались те или иные направления. В среднем работа с каждым ребенком длится от 1,5 года до 2 лет. Решение о завершении лечения принимается вместе с родителями. Мы все реализуем разные направления, такие как диагностика развития, психолого-педагогическая коррекция, реабилитация, профилактика, сопровождение. В зависимости от направлений у нас созданы разные отделы в структуре учреждения. Также в рамках федерального проекта «Современная школа» и национального проекта образования в городе уже 4-й год работает проект «Успешное родительство» для тех, кто желает усыновить или взять под опеку ребенка. Обучение позволяет оценить свои возможности и принять взвешенное решение. Наш опыт показывает, что можно сколько угодно читать лекции, сколько угодно рекомендовать литературу, но очень важно создавать пространство для осознания. Вот как раз пространство, которое мы предоставляем в центре, это пространство для осознания родителями, какой я родитель, что значит быть родителем, что мне важно изменить для того, чтобы помочь своему ребенку с большим успехом, например, адаптироваться. В центре родители имеют возможность получить психологическую помощь с опорой на специалистов. К слову, получить дополнительные консультации, навыки, умения, а также конкретные знания можно и в университете родителей. Ведь, как говорят специалисты, человек может быть введен в заблуждение, но в центре ему помогут определиться. Мы пришли в центр 3 месяца назад. Причина была, ребенок у нас не разговаривал. То есть ему уже было 3 года, и он, ну, никаких улучшений. Он говорил там мама, папа, баба и все. То есть как бы тут мы забили тревогу, пришли в центр, нам сделали комплексную диагностику, выявили, ну, дальше ориентир, как нужно заниматься и вообще в чем потребность нашего ребенка. К слову, оказание помощи производится также онлайн. Уже более 50 семей смогли дистанционно пройти школу для родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. И также были организованы мобильные бригады. Светлана Кухтина, Динара Эфендиева, Евгений Зорин, АТВ «Ставрополь».